100,000 people have also signed a petition demanding their release, as well as calling for their father to be posthumously charged for his crimes. People are also taking to the streets determined to be heard. Поддерживаю принятие закона о профилактике предупреждения домашнего насилия. Что я поднимаю под насилие? Это насилие не только физическое в отношении женщин. Насилию подвергаются дети, насилию подвергаются люди старшего поколения, мужчины. И насилие бывает не только физическим, насилие бывает психологическим, экономическим. Но, к сожалению, эта проблема в нашем обществе не считается проблемой. Set to move forward. All eyes will be following the fate of three young women.